Всероссийский диктант «Вопросы родителям» проводится в рамках реализации проекта партии «Единая Россия. Крепкая семья». Его основная задача – привлечь внимание граждан к необходимости знать основные особенности ухода за новорожденными. Принять участие в диктанте может любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет. Он проходит в виде онлайн-теста на сайте и состоит из 26 вопросов. На решение отводится полчаса.